Привет, вчера нашел победителей трех книжек. Просто хочу добавить, что кроме раскраски, две остальные книги «Полезная еда» и «Энергия крахмала» стали моим личным выбором для вас. А также я заметил, что был повышенный интерес, что ко второй, что к третьей книге. Думал, что будут одни единички. Поэтому советую прочитать книги, даже если ты не победил. Спрашивайте в локальных магазинах, либо заказывайте онлайн на указанном в прошлом видео сайте. Со всеми победителями я свяжусь через сообщение на YouTube, так что проверяйте, пожалуйста, свои ящики здесь. Если я не услышу ничего до включительно 4 июня, то есть субботы, то разыграю оставшуюся книгу еще кому-нибудь. Всем спасибо за участие. Всем привет, сейчас начнем розыгрыш книжек. Ну, сразу начну снимать экран. Так. А, вот оно видео, посмотрим, комментарий последний был 3 часа назад, сейчас время 23:52, то есть еще подходит по обговоренным временным рамкам, удалять не нужно. А, копируем ссылку с оригинальной страницы, так, где оно здесь, вставляем в генератор случайных комментариев, так. И будем разыгрывать книжку 3, то есть комментарий должен содержать содержание типа «я бы не был бы не против книги номер 3, номер 3» и так далее. Так, я же говорил, прочти КАИ, китайское исследование. Так, номер 3 человек выбирает, IT Helper. Мы заскриншотим, пожалуй, это все. Так, посмотрим, скриншот получился. Да, все отлично. Так, ищем дальше победителя для книги номер 2. Полезная еда Кэмпбелла. Тима 890842 и так далее. Захотел книжку номер 2. И его она и получит. Так. Заскриншотим мы его. Так, и наконец победитель книги номер 1. Раскраски. Хотелось бы первую книгу, был бы счастлив. Счастье – это выбор в актуальный момент, Владимир. Но если тебе для этого достаточно книжки, то ты получишь. Скриншот. Окей, все.